Зубовым и ведущий Крутов Сергей. Сегодня тоже буду опять проверять, в общем-то, физическую силу, свое растяжение жил. Посмотрим, смогу ли я сломать что-нибудь из железа, при том, что уже многие хотели этого видео. Я дарю всем это видео предвестия День защитника Отечества. В общем-то, не думаю, может быть, кому-то не понравится, кому-то понравится это видео. В дальнейшем я, конечно, еще дальше буду продолжать эту историю. Мы будем проверять разные моменты. На сегодня я хочу сломать шпильку побольше, чем было раньше, которую я ломал предыдущие две шпильки. Она будет 12-я шпилька. Сейчас покажу, в общем-то, как любые шпильки раньше, которые я поломал, у меня не сохранились. Вот они, две шпильки, которые я ломал ранее. Разница. Сейчас покажу новую шпильку. Вот она, новая шпилька. Конечно, она немного побольше, чем была. Но еще самое интересное, что я буду ее ломать. Буду пробовать ломать спиной. Да, кстати, ребята, кто впервые на моем канале, проверяя разные личные ритуалы, делая свои ритуалы помощь людям, также проверяя свое физическое тело, занимаясь целительством и многими такими вещами. Впрочем, множество вещей делаю по эзотерике. И кто обратился ко мне, обязательно помогу, чем смогу. И если это возможность, конечно. И кто, кстати, смотрит меня впервые, и новый зритель, обязательно подписывайся на мой канал, у меня много рубрик, которые я веду. И думаю, когда-нибудь вам понравится. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Тем самым мы будем продвигать контент. Кстати, да, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. При этом еще можете, конечно, делать репосты для того, чтобы привлекать людей, которые... Ну, если вам, конечно, понравился мой канал. Ну, что ж, приступим к тому, что я задумал. Надеюсь, сейчас чуть-чуть отодвинем. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Так. Я сейчас снимаю на несколько камер и буду вкладывать два видео в одно. В принципе, наверное, вам понравится этот момент. Вот она шпилька. Будем. Я специально ее приобрел. Я даже вот обертка тут даже ничего не снимал, в принципе. Поэтому буду ломать спиной. Будем пробовать это делать. Сейчас ухожу. Ничего не получается. Дальше. Thank you.
Спину, конечно, я согнул. Но для того, чтобы сломать спину, уже неудобно. Поэтому продолжим ломать спереди. Вот что получилось, ребят, это получилось убью. Посмотрим, сможете переломить эту шпильку. Для вас подарочек. Теперь будем делать в нескольких местах. Только, ребята, будьте чрезвычайно осторожны, если вы этим занялись, потому что все может быть. Я, конечно, немного обубашенный в этом теме, но вы пренебрегаете вашему здоровью, потому что все может быть отскочить. И будет очень плачевно, и получить вы можете получить травму. Ну что ж, получается интересная вещь. Согнули. Сломать, конечно, может быть, и не получится, потому что я что-то расслабился. Поэтому я вам просто загну. Но загинание интересно уже получается в несколько местах. Так, ребят, чуть-чуть покорявался. Ничего страшного. Я надеюсь, это все так ерунда.
одену знаменитые перчаточки свои и продолжим. Вот этот что-то чуть-чуть поранился. Вот такая штука получилась, ребят. А кому понравилось мое видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. А я для вас буду делать новые интересные видео, подобные и другие. Всем пока.